Тяжелая игра для нас была. Давно мы не выигрывали. И всегда эти игры носят принципиальный характер. Это западноукраинское дерби со Львовом. Это никогда не было простых игр, поэтому очень много было эмоций, очень много было ошибок со стороны двух команд. Поэтому такая игра получилась. Играли сегодня практически без иностранцев, играли украинским составом львиную долю времени. Вот. Результатом доволен. Какие цели поставлены на парад? Цели? Ну, попасть в восьмерку – это минимальная цена, цель, которая стоит перед командой. А чего он у него травма растяжения паха, и думали, что он будет играть, но всю неделю до этого он не тренировался, и решили поберечь его на эту игру. Вот не расслышал. Я думаю, что да. Спасибо.